Ароматный кофе с нежнейшей пенкой. Вот уже более сотни лет капучино уверенно держит лидерство в списке самых популярных кофейных напитков. 62% покупок в кофейнях приходится именно на него. У него даже есть свой праздник. 8 ноября во всем мире отмечают День капучино. Такая народная любовь вовсе не удивительна. В основе напитка – баланс вкусов. Поэтому он так легко завоевывает сердца кофеманов. Это и творчество с одной стороны, и определенные стандарты с другой стороны. То есть, как я уже сказал, в капучино важен баланс. Он не должен быть слишком молочным, либо слишком кофейным. Это будет уже другой напиток. И очень важна хорошая пенка. Ну, а часть искусства – это уже сделать на пенке красивый рисунок. Формула классического капучино выглядит просто. Эспрессо плюс кипяченое молоко плюс молочная пена. Но от того, насколько грамотно бариста смешает компоненты, зависит и вкус напитка, и то удовольствие, которое вы от него получите. Высокие стандарты приготовления кофе. В основе работы кофеен ароматная чашка. Любимый всеми нежный капучино, игривый раф или строгий эспрессо. Какой бы напиток вы ни предпочитали, здесь он стабильно будет радовать вас. Потому что каждый бариста в аромат чашки знает главные ингредиенты идеального кофе. Ну, во-первых, любить кофе, уважительно к нему относиться, изучать матчасть и следовать определенным правилам. Более 5 лет ароматная чашка развивает в Сарове культуру правильного кофе. В кофейной карте, кроме популярных напитков, альтернативный кофе, приготовленный в воронке. Для тех, кто жаждет новых вкусовых ощущений. И настоящим подарком горожанам стало открытие нового филиала заведения – Носилкина 48. Сейчас насладиться любимым вкусом стало в 2 раза проще. Любой кофе, который вам по вкусу, хорош в любое время года. И он будет вам и зимним, и весенним, и летним напитком. Главное, не забывать его пить. Неважно, какая дата на календаре, любой день станет лучше, если вы украсите его дымящейся чашкой ароматного кофе. Ну а где его искать, настоящие ценители напитка в Сарове знают наверняка. По уже знакомому адресу на Железнодорожной 16, строение 6. И в новом филиале кофейни «Ароматная чашка» Носилкина 48.